Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я хочу приготовить гуляш из говядины. Ну, кому интересно, оставайтесь со мной. Для этого нам надо разогреть сковороду на плите, налить 50 грамм подсолнечного масла. Сейчас, пока она будет греться, нам нужно кинуть туда головочку чеснока. Это для того, чтобы узнать, когда масло будет готово, оно уже будет шипеть, зажариться, и мы будем знать, что можно класть мясо. Мясо мы будем обжаривать. Сначала обжариваем мясо для закупорки, чтобы волокна закупорились, чтобы мясо было мягенькое. Так, ну ждем, пока чесночок накаляется, скажу, что нам нужно 900 грамм говядины, один лучок, нужно не крупно порезанный, лавровый листик, один листик или два, 150 грамм томатного соуса, черный перец, соль, ложка муки и 50-70 грамм водки. Вот. Ну, смотрим, вот наш чесночок поджаривается, да, он уже готов, вроде как. О. Так, сейчас он еще чуть-чуть с этой стороны зажарится, уже будет это. Как чесночок зажарится, мы его уже можно вынимать. Вот. Да что ж, так, выняли. Так, так. Теперь нам нужно в сковородку с подсолнечным маслом выложить говядину. Нужно закупорить ее, чтобы волокна закупорились и мясо было мягче. Сейчас выкладываем сюда. Вот видите, запечатываем, как обжариваем одно мясо. Сейчас как оно нужно, чтобы немножко жидкость это вышла. Как выйдет, я вам покажу, мы добавим лучок. Так, вот заскворчало мясо. Видите, начало жариться. Сейчас закупорим его. Ну уже. Вот он скворчит. Теперь добавляем лучок и пережариваем вместе с говядиной до золотистой корочки. Так, смотрим, да? Так, вот оно уже поджарилось. Теперь добавляем водку. Сейчас она выпарится. Водка сначала запах дает такой. Сейчас спирт выпарится, и все будет нормально. Мешаем. Вот. Теперь нужно посолить. И полную чайную ложечку. Воды. Поперчить. Смотрите, перец на вкус. Кто какой любит. У нас все как бы едят такой хорошо перченый. Я не жалею черного перчика. Так, перемешиваем. Перемешала вот. И добавляю кружку. Ну, не кружку, сейчас скажу. Смотрите, кружка у меня не полная воды. Сюда. Так, сейчас опять все перемешиваем. Даем закипеть. Там, ну, она сейчас моментально закипит. Вот. Он уже начал. Как оно начало так бурлить, да? Ставим на. Ну, я ставлю на двоечку. На 40 минут. Сейчас я вот таймер поставлю.
27, 28. 40 минут. Вот оно будет тушиться под крышкой. Смотрим далее. Тем временем, пока мясо у нас готовится 40 минут мясо, нам нужна другая сковорода и ложечка сверху, вот такую я беру, муки. Мы уже ее подогрели, она уже горяченькая. Теперь нам нужно ее пожарить до чуть желтоватенького цвета. Жарим ее до желтоватенького цвета. И нам еще нужно будет где-то полстакана, полкружки водички, в чем мы будем размешивать муку. Приготовим. А может быть, водичка чуть тепленькая. Так, ну вот, поджарили. Теперь сюда выкладываем водичку и размешиваем. Постепенно и вот так вот размешиваем. Размешиваем. Чтобы не было комочков. Так, ну вот получается вот такой вот соусик. Мы его это самое. И пусть ждет в своей очереди. Так же, как с соусом, с лавровым листом. Ну, желательно, чтобы не было, вот видите, опять еще один комочек увидела. Хорошо, чтобы не было комочков. Тогда соус будет такой нежненький. И еще, девочки, как бы, наверное, в общем, хочу сказать по поводу сковородок, девочки, у кого с керамическим покрытием, сразу их мыть нельзя, пока мясо не горячее. Нужно дать им отстыть, если вы хотите сохранить подольше сковороды. Так, ну вот, прошло 40 минут, теперь добавляем соус этот с муки и высыпали, и теперь нужно его размешать хорошенечко. Вот. Мешаем. И теперь нужно соус томатный тоже сюда. Ложечку. Кому как нравится, 1-2, в зависимости, какой вы хотите запах. Вот это все перемешать хорошенечко. Перемешиваем, ставим на максимальную, я на восьмерку ставлю, у меня максимальная 9. И ставлю на 10 минут. Вот, на 10 минут оно сейчас прокипит. И наш гуляш будет готов. Смотрим, сейчас 10 минут пройдет. Так, ну вот и все. Наш гуляш готов. Теперь его отставляем. Накрываем крышечкой. Выключить. И наш гуляш готов. Теперь можно приготовить к нему капусточку тушеную, или картошечки, или пюре, или жареное, кашку гречневую, ну, что захотите. И ужин ваш будет готов. Ну, если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Подписывайтесь на мою группу «Волшебный пендель от Эллочки». Там задавайте вопросы. У кого нету на Ютубе возможности задать вопрос, предлагайте темки. Всего хорошего. Всем пока-пока.